Капитальный ремонт здания бассейна в Советском близится к завершению. Напомню, контракт с подрядчиками был заключен в самом конце весны текущего года. Строители взялись за дело весьма активно, и на сегодняшний день уже завершена большая часть запланированных работ. Заменена кровля здания, которая протекала несколько лет, смонтировано новое ограждение по всему периметру бассейна. Готовы к приему спортсменов раздевалки, где помимо новых потолков и кафеля установлена современная сантехника и светильники. Сегодня основная часть работ проходит в чаше бассейна. До капитального ремонта она была облицована плиткой, практически ежегодно требовала ремонтов и доработок. На сегодняшний день строители избавились от отжившего свой век кафеля и завершают подготовку к укладке нового современного технологичного материала. Также бассейн будет укомплектован новыми стартовыми тумбами и лестницами для комфортного и безопасного выхода спортсменов из воды. На сегодняшний день вот по результатам ремонта ванна будет облицована мембраной, что позволит сократить расходы даже на эксплуатацию в дальнейшем данного учреждения. Это наиболее современный такой способ. Современные материалы, да. И у нас сроки исполнения контракта 20 декабря. И подрядчик проводит работы в рамках утвержденного графика производства работ. Так что мы очень надеемся, что до 20 декабря контракт будет исполнен.